Меня зовут Мякушкина Лиза, и я с первого курса педагогического образования «История иностранный язык». И моя любимая учительница в школе – это Анна Вячеславовна Андрианова. Она училась в этом вузе, и она мне его советовала. Она предоставила мне историю так, что история стала мне интересна, и поэтому теперь я иду по ее стопам и тоже хочу стать учителем истории, чтобы мои ученики тоже любили историю России.